Помещение сети клубов молодежного центра, где организована работа с подростками по месту жительства, благоустраиваются. Сотрудники по мере сил и возможностей делают так, чтобы в помещениях было приятно находиться. На ремонты в этом году выделено 2 миллиона 700 тысяч рублей. На Мархлевского 40, например, был оборудован уютный мини-кинозал. Здесь проходят заседания киноклуба, на которых подростки имеют возможность смотреть и обсуждать различные фильмы. Наши воспитанники клуба по месту жительства сюда приходят, смотрят художественные фильмы с дальнейшим обсуждением того, что они посмотрели, научно-познавательные, интеллектуальные фильмы разные. Все, что просит наша молодежь, мы стараемся им найти и предоставить базу.